Приветствую вас, Наним. Я думаю, что в основе ваших проблем с мужчиной, в частности, лежит проблематика невозможности положиться на себя. То есть вы пытаетесь образно говоря, вы пытаетесь довериться другому человеку, вот, ну, вы хотите довериться другому человеку, вот, потому что не доверяете в общем и целом сами себе, вот, и вы стыдитесь чего-то в себе, самой чего-то стыдитесь, вот, что, соответственно, приводит к такой очень неприятной истории, когда вы становитесь зависимы, и вам действительно становится больно, потому что общение с человеком, оно вот, ну как бы так вам сказать, оно постоянно несет угрозу для вас, постоянно несет угрозу для вас, потому что вы в некоторой степени чувствуете себя чувствовать себя зависимой, чувствовать себя уязвимой, вот, из-за того, что, из-за того, что не принимает себя, вот. Какая вы есть, вот. Это очень важно, этот момент понимать. Вот, то есть, и с мужчиной вы общаетесь в том числе почему? Да? Потому что вам хочется что-то для себя получить, условно говоря. И вот как раз весь вопрос заключается в том, чего именно, что именно вы хотите для себя получить, да, что именно вам нужно для себя получить в этой ситуации, вот, что вам нужно. Мне кажется, это очень важно. Вот, потому что без этого вам будет, ну, в некотором смысле, очень тяжело взаимодействовать с людьми,
мужчинами. Вот. А ваша любовь, то есть вот, собственно, то, что вы называете любовью, да, по сути, ну, представляет из себя некую такую, может быть, потребность в человеке. Какую-то потребность в человеке. И, конечно, вам в этом смысле тяжело. В этом смысле вам, конечно, трудно. Потому как слишком много поставлено на кон, получается, для вас слишком много поставлено на кон. Вот. Это, конечно же, тяжело, безусловно. Вот. Поэтому надо бы как-то, наверное, разгрузить в целом эту ситуацию, да, разгрузить значение мужчины для вас. Вот. Ну, может быть, даже отделить то, что вы хотите для человека, от того, что вы хотите для себя, потому что смешивать подобные вещи, ну, мягко говоря, не очень хорошо. Вот. Не очень хорошо в любом случае, а в случае, если вы любви боитесь, в случае, если вы довериться боитесь, в случае, если вы вот ведете себя крайне настороженно в отношениях, то в этом случае и, в общем и целом, подавно. Нужно разделить то, что вам хочется для себя, то, что вам хочется для мужчины. Потому что, ну, в противном случае ситуация просто будет крайне грустная. Вот. Для вас. И грустная она будет именно по той простой причине, что вы не сможете в отношениях находиться, ну, скажем так, естественным образом. Вы будете находиться в отношениях всегда под какой-то вот такой, ну, под напряжением. Определенно. Вот. Значит, такая вот история. Такой вот момент. А вот, в принципе,
то, что я могу вам сказать. Значит, ну, в ответ, да, в ответ. На то, что вы написали. На этом, в принципе, все. Я думаю, на этом все. Надеюсь, что мой ответ вам помог хотя бы. Ну, хотя бы немножко, вот. Если вам понравился мой ответ, то буду очень благодарен вам за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Вот, я надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом. Вот. Я надеюсь, что вы, ну, найдете в себе силы и возможность разобраться в себе. Вот. Обращайтесь, если у вас будет желание поработать, вот, с радостью вам помогу, вот, ну, постараюсь, по крайней мере. Вот. На этом все. Удачи вам. Всего самого доброго.